Друзья мои, приветствую. Так. Я сейчас на очень-очень коротенькое время выйду в эфирчик. Буквально 10-15 минут займу вашего времени. Если есть еще вопросы какие-то по той теме, которую сейчас проведу, может быть, еще на 5 минут задержусь. В общем, смысл такой. Сегодня праздник, во-первых, с праздником. Вот, у меня тут под окном барабаны прям с самого утра, с 4 утра. И бесконечно едут машины, сигналят, барабанят, так прикольно. Ну, я в Турции нахожусь, и они любят тут на всех праздниках, на свадьбах с этими барабанами. Блин, это так круто вообще, вау. Так, ладно, с праздничками всех. У меня сегодня в 20 часов по московскому времени, в 20:00, будет сеанс движения сердца. У меня есть этот сеанс. Очень многие старички, ну, у меня новичков-то практически нет в Инстаграме, да, все старички, уже не раз его проходили за последние, там, сколько-то, 6 лет, 7 лет, 5 лет. Вот, кто со мной, сколько времени, по-любому хоть раз кто-то попробовал. Они всегда у меня были индивидуальные, редко групповые. Индивидуально он стоит 100 евро, потом я сделала 50, если без разбора. Вот, что значит с разбором? После сеанса я просто человеку выкатываю целый лист, не общаясь с ним, мне не надо с ним разговаривать, ничего. Выкатываю ему целый лист о том, в общем, какие у него шаблоны мышления проецируют проблемы во внешнем мире, и что ему нужно сделать, да, чтобы решить свои проблемы. И мне не надо с ним после этого сеанса разговаривать. Достаточно, чтобы человек 30 минут на сеансе сидел у себя дома, а я у себя, отключил интернет, отключил телефон, все посторонние звуки, избавился от всех людей, собак, кошек и так далее. В общем, в тишину вошел и просто не мешал мне своими мыслями полчаса, не медитировал, как сказать, наблюдать просто либо за дыханием, чтобы у него не было максимально никаких мыслей, просто он не мешал. И скидывает мне фотографию. Я с этой фотографией работаю, все. Вот. Как это работает, мне это сложно объяснить. Я не знаю, как это объяснить, что я делаю, как это работает, но это работает. Я просто рассказываю потом человеку о его проблемах, и все. И он такой, бля, нифига себе, в точку. Всегда было попадание 100%. У меня отзывов уже... ну, много десятков тысяч именно за этот сеанс. Почему я еще так говорю? Бывают ли групповые сеансы на 1000 человек, да, и у меня сразу 1000 отзывов за один день. Вот, это на курсах, и поэтому много накопилось, вот, за кучу лет. Так вот, этот сеанс я бесплатно сегодня буду проводить, без разбора, конечно, потому что человек много, разбирать каждого я не буду. Мне от вас нужна будет только фотография. Вот, и все. И определенно назначенное время, 20 часов, что вам нужно сделать. Вот, так вот, где он будет проходить? Он будет проходить в закрытом клубе. У меня есть закрытый клуб. Он стоит 490 рублей. 490 рублей. Оплатить можно с России, с Украины, с Казахстана, с любой страны. Вот, варианты есть. И... в этом клубе я несколько раз в месяц бесплатно провожу для тех, кто в этом клубе. И что мы еще помимо этого делаем? Да, сегодня будет сеанс, через пару недель еще раз буду повторять. Я периодически там его провожу несколько раз в месяц. Вот, бывает раз в месяц, смотря какой месяц. Вот, в ретроградный конкретный Меркурий целый месяц я провела его, по-моему, один раз только. Потому что меня все бесило, я не могла настроиться. Ну, на такой сеанс энергии у меня, конечно, не было. Вот, что дает этот сеанс? Он ускоряет все процессы, которые у вас происходят вообще в голове и во внешнем мире. То есть, вот у вас что-то предназначено продлиться, там, например, там, 3 месяца. Знакомитесь, отношения, потом развод. Ну, как-то вот так, да? Ваша линия
судьбоносная вот такая. После этого сеанса это будет слишком быстро все происходить. То есть быстро познакомились, быстро пройдут отношения, быстро расстанетесь. То есть не растягивай на эти 3 месяца, да, а там это может произойти очень быстро. То есть вы на этом этапе должны какой-то опыт получить. Вы этот опыт получаете намного быстрее. Вот, также все проблемы решаются также быстрее. Если ваша проблема, в которой вы там копаетесь, на данный момент актуальна, и она еще глубже будет, скорее всего, вам будет, ну, как сказать, эта проблема усугубится, то есть она станет больше, но она также быстро и пройдет. То есть то, что растягивалось во времени, оно просто больше сконцентрируется на определенном, ну, на коротком времени. То есть все, что какой трэш будет происходить, знайте, что это быстро пройдет сейчас, да, и это хорошо. Если у вас там какие-то дела идут, они ускорятся, да, и пройдут быстрее. Если вам что-то надо решить, быстро решится. То есть все это ускоряет ваше время. Ну и плюс там много всего. Кто-то начинает чувствовать определенные чувства любви, эйфории, начинает чувствовать такое состояние потом, после сеанса, не во время. Это приходит потом. Он начинает чувствовать, ну, то, что он раньше не чувствовал, вот какую-то вот эту любовь внутреннюю, глубокую, которую словами, я, к сожалению, не могу описать. Каждый пытается описать. У меня есть канал с отзывами. Вы можете зайти, почитать, просто что происходит на сеансах, и люди их описывают, да, потом что происходит, какие результаты, вот, чтобы не быть многословной. И этот сеанс у меня бесплатный для закрытой группы. В закрытом клубе у меня 130 заданий на сегодняшний день, что мы вообще там делаем. То есть человек подписывается, покупает абонемент на месяц, 490 рублей. О, барабаны. Класс, 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 класс. Слышите? Не знаю, вам слышно? Нет, я не могу, у меня аж сердце вот так вот стучит. Такой кайф, когда я слышу эти барабаны. Блин, кайф. Ай, класс. Так, извините, прервалась. Но это невозможно просто не оторваться и не послушать вот эту прелесть жизни, которая сейчас стучит вокруг. Вот насколько, блин, мир шикарный. Все эти звуки. Это же, вот представьте, мы живем на этой планете, в этом аватаре, и можем слышать определенные звуки, какие-то запахи, это ж такие чудеса, боже. Кто-то сейчас под видео сейчас скажет, ну, кто не учил физику в школе, все будет чудеса. Блин, удивляйтесь, удивляйтесь всему каждый раз, чтобы быть в состоянии вот в таком кайфовом. Так, что у меня вообще в закрытом клубе? Я хочу пригласить вас всех в закрытый клуб. У меня там 130 заданий. Задания маленькие, коротенькие, да, изи. Но их можно, одно задание, выполнять очень долго. Я предлагаю брать листочки, написать на них циферки от 1 до 130, положить их там в банку, в коробку, и каждый день доставать и смотреть, какая циферка выпала, и под вот этой цифрой выполнять задание. Задания очень простые. Например, сегодня мы делаем все наоборот. И я описываю, даю пост, почему мы это делаем и каким новым привычкам мы учимся, как это нам поменяет мышление, что мы должны увидеть в этом задании, да, и что нам, как сказать, когда мы будем делать по-новому все наоборот, мы очень много шаблонов с вами решим сразу параллельно. То есть уберем страхи, что если что-то сделаем по-другому, ничего страшного там не случится. Мы этим самым новизну откроем, и у нас будет постоянно какая-то перемена. Эта перемена нам приносит деньги, блин, возможности и так далее. Там очень много, каждое задание настолько простое, но настолько глубокое, что оно приносит, ну, вам очень большое изменение мышления. Вы начинаете видеть мир шире, начинаете видеть мир больше, начинаете. У вас внедряются новые привычки, наблюдать там за собой, за своими чувствами, привычки не скатываться в депрессию, привычки видеть больше. Там каждое задание, оно, ну, очень классное, посмотрите. Заходите. Вот. И вот на этот сеанс хочу пригласить. Не пропустите его сегодня в 20 часов. Как записаться? У меня в шапке профиля здесь, в этой сети, где вы смотрите видео. Запрещенки. Меню. Вот. Либо нажмите кнопку «Чат-бот».
Либо пролистайте вниз, найдите сеанс движения сердца, либо закрытый клуб нажмите кнопку. Без разницы, вообще можете нажать там любую кнопку, вы попадете в чат-бот. В чат-боте, если вы попадете с любой кнопки, то у вас не откроется описание, получается, того, что вы хотите там клуба, будет что-то другое. Вы можете написать менеджеру. Просто берете и пишете в чат-боте любое сообщение. Мы все читаем, я и мой менеджер. И мы отвечаем на вопросы. В течение дня мы будем отвечать на все ваши вопросы, которые вы там зададите. То есть в чат-бот переходите. Если это видео вы смотрите на YouTube, то ссылка под видео на чат-бот. Переходите, все, 490 рублей, люди, ну это вообще копейки. Индивидуальная работа стоит 100 евро, вот, вот, а тут я вам бесплатно отдаю. Плюс 130 офигенных заданий. Там задания собраны за все 7 лет всех моих курсов, которые стоили 5000 евро, 10 тысяч евро, 1000 евро. Все разные курсы, там все эти задания собраны. И все я отдаю за 490 рублей, чтобы вы понимали, блин. Вот. Никто так не делает, такой щедростью не обладает только я. И можно, как это все делают, да, брать, копировать, продавать там свои курсы за 3500 дорого, но от вас убудет, конечно, больше, вы потеряете в 10 раз вот за воровство. Но можете тоже так сделать, если хотите посмотреть, потом получить опыт. Ладно, шучу, конечно. Задания очень классные, ребят. Я их вам отдаю для самостоятельного прохождения, но не для того, чтобы вы из этого делали потом свои курсы и продавали. Творите, ну, свое. Это будет намного лучше. Вот, блин. Я так буду счастлива видеть вас всех на моем закрытом клубе. Или в моем закрытом клубе. Там под каждым заданием есть комментарии, где вы должны отписаться, да, сделали вы это задание, не сделали, получилось, не получилось, если не получилось, то почему, если получилось, какие результаты, если есть вопросы, я отвечаю на эти вопросы, то есть это не просто вы зашли и 130 заданий проходите, я слежу там за каждым человеком, кто что сделал, кто что выполнил, как у него это получилось, и даю рекомендации, то есть я еще курирую этот курс сама лично, без всяких менеджеров, нет у меня каких-то левых людей, которые будут там проверять ваши задания. Нет, я сама лично их проверяю и сама лично вам это все там рассказываю, если есть какие-то вопросы. Понятно, что проблемы я там ваши не решаю, так как этот закрытый клуб чисто для самостоятельной работы, но если у вас есть там вопросы по конкретно по заданию, то я всегда отвечу, вот. Вот, Нелли, там, реши, у меня проблемы по психосоматике, тра-та-та. У меня там есть задание, как смотреть, что у вас по психосоматике, допустим. Почему у вас болит сердце, почему болят руки. Давайте там поучимся определять сигналы там тела, переводить их, что они говорят. То есть там задания все. На долги есть там задания по психосоматике, есть задания на новые привычки, на шаблоны мышления, на трансформацию шаблонов мышления. Короче, дофига. Вот этот закрытый клуб, это, наверное, лучшее, что я вообще создавала в этой жизни. Но там мало народу, 100 человек всего лишь. Это, ну, какой бред. Вот, еще хочу сказать. Закрытый клуб до 15 мая стоит 490 рублей. Я уже об этом объявляла везде. С 15 мая 990 рублей. То есть я поднимаю цену на вторую чашку кофе сверху докидываю. Так, дальше что? Можно купить абонемент, это в месяц цена, да, на год. Нет, не на год, полгода. Если вы купите до 15 мая на полгода, то, конечно, в два раза дешевле будет, чем вы после 15 мая на полгода купите. Так что, ребят, заходите, клуб крутой. Вот, и движение сердца обязательно надо будет всем пройти, хоть раз попробовать, что это такое. Я не могу это объяснять долго, что это такое. Вот вы когда попробуете, тогда вы поймете. Но если вас спросят, что это такое, вы не сможете объяснить. Это только можно на своем опыте увидеть это и почувствовать. То есть объяснений у меня даже нету, что это за сеанс. Ирчик, я тебе скину ссылку там, либо вот через чат-бот проходи, я тебе скину ссылку, добавлю тебя в этот клуб. Он у меня уже давно, уже год, этот клуб. Ну, просто я не привыкшая рекламировать все время что-то. Вот, потому что мне вообще некогда. Если есть менеджеры по рекламе, и кто готов со мной поработать, посотрудничать, блин, буду рада. У меня сейчас вообще год перемен бесконечных. С сегодняшнего дня у меня новый менеджер.
Сейчас будем разбирать с ней вопросы. Плюс еще мне нужно будет, наверное, рекламщиков, кто будет продвигать книги, может быть, вот этот закрытый клуб, может быть, волшебные таблетки мои, индивидуальные книги для каждого, может быть, у меня еще курс по работе с мышлением есть, он стоит 15 тысяч рублей, пока я не подняла на него цену, с 15 будет 29 тысяч 900, кстати, да, надо рекламу сделать, вот, где мы 230 шаблонов вместе трансформируем. Вот прям вместе. Самая базовая база, вот, которая вот у всех есть и ставит нам подножки и делает нам все эти проблемы в жизни благодаря вот этим шаблонам мышления. Ну, про них очень много в эфирах рассказываю. Так что я еще предлагаю в два раза дешевле, до 15 мая, записаться на будущее в курс и потом начать его проходить там в любое удобное время, когда вы хотите. Вот, успеть вписаться пока за 15 тысяч, потому что будет 30 тысяч, можно так сказать, через полторы недели. Вот, я поднимаю цены на вот эти вот два курса про мышление и закрытый клуб. Все, на остальное пока я цен поднимать не буду. И вообще я цены с прошлого года даже не поднимала ни разу. Все поднялись с января, я ничего не поднимала. Все для вас. Если есть вопросы, сейчас задайте, пожалуйста. По поводу закрытого клуба, по поводу движения сердца сеанса или курса по шаблону мышления. Если есть, давайте. Если нет, я пошла. Так, классное задание, пошла выполнять. Так, вы, по всей видимости, уже в клубе. Я делала этот сеанс, ощущения супер, очень много вопросов решилось после этого сеанса. Я себя физически ощущала, просто бомба, благодарю тебя, дорогая моя. Вот отзыв подъехал тот, кто проходил мой сеанс. Я так понимаю, что вы групповой проводили, не индивидуальный. Потому что групповые от индивидуальных отличаются ощущениями сильными. Ну, во-вторых, как сказать, в групповых сеансах люди получают больше энергии. Прикиньте, в большом поле ваша энергия просто со всеми в поле, ну, насколько растет после этого сеанса. То есть это наполнение энергии, да, раскрытие сердца, можно так сказать. Но это метафорически. Мы не можем его раскрыть, на самом деле. Оно и так открыто. Вы просто туда не смотрите и не видите этого. Ну ладно. Очень много энергии, когда групповой сеанс. Когда индивидуальный, там не то, что много энергии у человека потом после сеанса на решение проблем. У него точечно просто начинают решаться какие-то моменты, потому что я индивидуально его только смотрю, этого человека, да, и с ним только работаю. То есть, как это сказать? Боже мой. Я когда буду смотреть на его фотографию, и мы будем решать проблемы, да, они точечно будут решаться вот его проблемы, а не в общем плане, как все по чуть-чуть в жизни, можно так сказать. А будет какой-то фокус внимания направлен на что-то конкретное, на что-то большое, вот, когда точечно работаем. Когда у меня куча фотографий, там, я их все просматриваю, и потом еще после сеанса с ними там день-два работаю. Там, как это сказать, отличается тем, что не будет мой фокус внимания точно направлен на каждую проблему у каждого человека, да, это будет общее наполнение энергии, да, и ускорение всех процессов, можно так сказать, вот. Блин, как это сложно объяснить то, что вообще не объясняется. Если есть еще вопросы по клубу, по сеансу, давайте. Считаю до 10 в уме и закрываю эфир, если не будет вопроса. Ну, значит, спасибо вам всем за внимание. Вот. Еще раз поздравляю вас с праздниками, с отдыхом, с чистотой, уборкой. Кстати, сейчас офигенное классное время на майские праздники взять мешочечки и пойти по улицам, поубирать мусор, съездить в лес, затариться пакетиками тоже, собрать там мусор. Это будет вообще очень круто.
чем я, в принципе, собственно, сегодня вечером и буду заниматься. Я не знаю, засниму я этот контент или нет. Я каждый год, у меня прям уборка и видеомонтаж, потом хожу с телефоном в красивом виде. В прошлом году была в платье с двумя большими мусорными мешками, ходила тут по набережной в Турции, собирала мусор. Ну, вообще прикольно, я люблю такое дело делать. Ну все, значит, тогда я ушла. Записывайтесь, пожалуйста. Эфир оставлю, наверное, здесь. Ну, да, по-любому оставлю, сейчас сохраню. Ссылка в шапке профиля, чтобы перейти в чат-бот и записаться в закрытый клуб на сеанс движения сердца. Это стоит сегодня 490 рублей. То есть копейки. Все, пока.